Здравствуйте всем, сегодня будет утро, потому что серия, выпуск точнее, первую серию голос мой не очень получился, и сегодня поговорим о культе Эпсилон, тоже скорее не загадка очередная, культ Эпсилон это всего лишь миф, ну миф, который не подтверждается ничем. И опровержений и доказательств. Лишь очередные факты. Той, которую рассмотрим сегодня. Пытаемся подтвердить, попробуем или поверхность ее. Итак, поехали. Итак, позже серии про этих трех. Не очень слышно было, что они касаются третьего факта. Вы почитайте их на первой серии, я показывал третий факт, там почитайте. Итак, проверим первого. То есть посередине, который... И сейчас проедем. Мы сейчас в доме, поедем искать их сейчас. На машине, туда. По воду всему. Это так, по среднему, кого так нашел. Вот он, как раз этот. Давайте попробуем дать трость сейчас. Как бы это не получается. Наркотики тоже самое. Уже были счастливы. Так что сейчас поедем к третьему. Точнее, ко второму. Как показал, что первому, который проверили, не получается взять, дать ему трость и взять. Но находчивость пытается выбрать. Так. Так что сейчас пометим красным цветом креста, что он не прошел его. Так, пойдем следующего. Слева от вас. Пойдем. Так что вот он. Давайте попробуем дать трость. Попробуем наркотик еще попросить у него. Вот так. Ничего не получается. Не подтверждает легенду. Так что не подтверждает легенду и не правдает. И также тоже включаем красным. Последний остается. Я не помню, где его искать. Так что я не... искать его пытался. Точно мне его под знаком вопросом пока. Сделаем, потому что пока этот. Надо его найти. Захотите, сами попробуйте. Найти его, попробуйте, присылайте видео, я покажу ваши видео эти, как вы пытаетесь ему трость дать. Так, проверили. Вот два проверили, один остался только проверить.
Так что переходим еще к машине. Вот машина, которая прямо сейчас ней пытаемся, как сказано, путешествовать через привал к рассвету вроде. И отправимся сейчас за машиной этой. Так, вот он, машина. Даже не пытайтесь после нее встать, то есть держать. Итак, садимся в нее. Все. Ну, такая тачка должна быть, которая поможет нам попробовать через привал путешествовать. Ну, или вот это привал между гор. Ну, почти они правы были. Ну, это подножие горы. Вот мы сейчас по мосту едем, который специально проехал по этому мосту, чтобы, конечно, Санкт-Петербург, Москва, у нас в России дождь будет платный, звук поставим через километр. Круг 20 будет еще. И остальных там тут по-разному. Ну, типа так, как здесь будет. На этом мосту. А перевал, хорошо, не почти правый, потому что надо ехать было по у подножия горы. У нас одна горы, в этой центре находится Чилиад. Его поменьше там, возле озера, которое похоже, если трости соединить вместе последовательно. И сейчас едем. Чилиад и остановимся. Вот до стоянки для машин. Базовое поселение, которое находится. Уж проехали поворотик. Итак, скоро это место будет. Так, смотрим. Где тут это? Вот, все, приехали. Ставим здесь и выходим с тачки. Примотаем время. Вот, приехали. Застой, ничего пока не происходит. Похоже, проехать и подтвердить не удалось. Надо всегда смотреть все легенды со знака, то есть не со знака, а со стороны фактов.
Еще следим в другом месте, который уже говорил. Там попробуем подождать. Сюда надо попробовать все резиденты повернуть или подтвердить. Давайте станем типа святые. И новый оружие, чтобы не дать. Вот, стоим, ничего не происходит. Опять не удалось провернуть и подтвердить легенду, которой занимаемся. Точнее, не я, только один занимаюсь. Так что... Придется вернуться сначала, с чего все началось. Может, не надо. Посмотрим, короче. Что дальше делать будем? Итак, это все пока не смотрит реально. Но я могу сказать, что никак нельзя разгадать или проехать просто так. Думаю, что создано для тех, чтобы побольше играли тех, кто занимается такими деструктивными методами. А если хотят разработчики, чтобы я разгадаю, пусть побольше намекнут, как ее разгадать, и сами покажут. Все равно, как говорится, рано или поздно, как бы всплывет или расколется. Как показано на этом рисунке, типа вот так. Вот этом. Там. Рано или поздно, шутки. Вот по эту букву хочу сказать пару слов. Это кто обозначил культ эпсилон. Они взяли, сделали из нескольких языков одну букву, так, смотри, как ложат все буквы одного типа на другого из разных языков, и вот получилось похоже на букву Е русскую, если убрать лишнее, то Лев, если лишнее, тоже убрать, ну, на крест, символ тоже присутствует, как на крест. Если убрать тоже лишнее. Или пресечение дорог. Если добавить. Этот знак так сделать, чтобы много версий было. Или хотят там, что он должен быть сквозь на этом пресечении дорог. Это в Турсе, то есть современный Лас-Вегас, типа. Не надо показать вам или нет, но все-таки покажу. На этом сейчас ничего не знакомо, кажется,
Вот и все. Если нет, вот здесь. Это вот так. Я пока это место единственное обнаружил. Единственное на этой карте. Может, у вас другие есть места, которые обнаружили? А то, что пока я знаю, это единственное. Итак, вернемся к фактам. Вот видите, перед собой факты, которые так там намекают, что это лишь загадка, это лишь одно из сплошных фактов. Разгадки как бы нет, и этого нету. Разоблачений. Опровержений, точнее, нету. Так что привыкнуть и подтвердить, как говорил, уже нету. Если вам интересно, прочитайте сами. Либо в этой серии, либо которая была прошлой. Итак, подводим итоги сегодняшней серии. Что лишь все факты, которые существуют, уже лишь остаются фактами, которые нельзя подтвердить или опровергнуть. Но все же способ есть один, чтобы разработчики все-таки признались, есть разгадка или нет. Если есть, то пусть подтвердят не сами. Если нет, и что нет вообще, то значит не надо этого разгадывать. И прежде чем один комментарий покажу лучший, который был, всех тех, кто были, покажу. Я хочу увидеть, после этого выхода игры на следующий день будет конкурс. Начнется все подробности на моей группе ВКонтакте. Под этим видео ссылка. Будет приз, кто правильно угадает. Если несколько будет игроков, то есть угадающих, то получит приз, то сам первый ответил правильно. Если не будет никто, не угадал, то значит самому первому, кто пытался угадать, будет приз дан. Должен участвовать те, кто вступил в мою группу или подписан на канале. Если не подписаны в группе ВКонтакте, то вступайте. И обязательно поставьте себе ВКонтакте эту на конкурсе, чтобы я знал, что вы участвовали.
И приз будет выдан 31 числа в обед. 12. По московскому времени. 31 декабря. На этом все. Точнее, не все. Присылайте больше своих комментариев, побольше лучших комментариев. Пока один комментарий лучший. Смотрим.